Как безопасности для здоровья провести лето в городе? Ответ на этот вопрос юным жителям областного центра дали сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета. В Центральном городском парке Владимира прошел очередной этап ежегодной акции квеста «Лето в безопасности». Кстати, три ведомства провели его вместе впервые. Безопасность человека, конечно, обеспечивают люди в погонах, но самое главное все-таки не это. Наверное, важнее всего понимание и, наверное, важнее всего готовность людей к тому, чтобы ответственно относиться к вопросам собственной безопасности, а также готовность соблюдать те права других людей на их безопасность, которые точно так же реально существуют. Занять более 100 школьников и их педагогов – дело, конечно, непростое. Представители пожарной безопасности предложили ребятам примерить пожарный костюм. Кинологи с четвероногими защитниками правопорядка, в свою очередь, устроили показательный поиск бутафорского оружия. Были организованы всевозможные конкурсы, а также соревнования. Ребята не только проверяли свои знания и правил безопасности, но и узнавали много нового. О том, как вывести себя в интернете, мне вот больше всего понравилось, потому что в интернете сейчас наши времена проводят больше всего времени, и это обязательно надо знать. И это очень интересно и познавательно. Настроение участникам и организаторам не испортил даже дождь. На главной площади парка около фонтана развернули небольшую сцену для музыкального номера и для коллектива жюри. За участие в конкурсах ребята получили почетные грамоты. Отметим, что акция «Лето безопасности» проводится не только в областном центре, а по всему региону на протяжении целого лета. Финальный этап запланирован на август и пройдет по предварительному плану на территории лагеря «Алин». Екатерина Глазкова и Арсений Хуторской, «Губерния-33». При поддержке пресс-службы УМВД России по Владимирской области.